Привет всем! Всем привет! Подписчики! Ребята, мы дома. Целый месяц мы отсутствовали, были в Германии в гостях. Отдыхали, кто-то кушали. Из наших, да, отдыхали, кушали, гостили. Отдыхали, кушали, спали. Кто-то, ну, некоторые из наших подписчиков знают, что мы были в дороге, что у нас не было дома целый месяц. Вот, и сегодня первое утро, как мы дома. Я Наде говорю, что надо видосик запилить? Она говорит, да, давай пили. Короче, сегодня проведете вместе с нами сегодняшний наш день. Наши родственники ждут видосов. Вот. Возможно, уже в этом видео будем рассказывать, что почем. Ну, типа, как наш отпуск проходил и так далее. А если нет, то в следующих видео, то по-любому еще на эту тему пообщаемся. Я вам расскажу, как в Германии плохо. Это так, наверное, будут люди думать. Вот сейчас будет рассказывать, как все плохо, как то, как все. Короче, конечно, есть плюсы очень много, есть минусы тоже куча. Вот, но сейчас это не суть. А сегодня просто вот как бы начнем наш YouTube или нашу YouTube карьеру, наверное, сегодня тоже с такого видоса. Или возобновим. Не буду я так говорить, потому что я поснимаю пару раз, а потом опять ухожу, как говорится, знаете, в запой. Не, ухожу опять потом на паузу. Но... Короче, садитесь поудобнее, там чай, кофе, и будем начинать наш видосик. Сейчас попьем кофейку, тоже, между прочим, с утречка, и поедем закупаться. Холодильник, ребята, пустой. Ничего нема. Пустой уже, Самин спрашивает с утра, а что кушать мы будем? Я говорю, сына, у нас пусто. Ну что, ребята, показать вам холодильник, какой он на самом деле пустой. Вот так выглядит холодильник. Пару банок, и то это Надя ставила, чтобы они не стояли в месяц в полке. Вот это надо достать. Это не надо. Вот этот тоже? Вот это что, тоже раус, да? Это мука. Тоже достаем. Короче, капец. Пусто, ребята, пусто в холодильнике. Да, надо ехать закупаться. Капец. Такие дела. Между прочим, тоже покажу. Вот здесь мы были. Мы же теперь были там туристы. Теперь у нас есть магнитик. Все, едем скоро в магазин. Че, не заходит домой? Не хочет. Все, поехали в магазин. Короче, ребята. Ё-моё, везде паутина. Всем салам, короче, соседи. Валёк опять дома. Валёк на базе. Здорово, моя старуха. Чё, но ты её даже не заводил, да? Я вчера даже ещё не заводил. Интересно, она заведётся сегодня? Чё, поехали покупать. Ты ключи взяла от машины? Я же тебе дала. Найн. А, вот она. Всё, поедем. Поехали. Let's go. На Хонде-то мы вчера ездили, а на Ауди-то нет ещё. Вчера они уже... И некогда было этим заниматься. А, все, поехали. Ну что, здорово Коску, да? Надо заправляться. Бензин $1.43, ребята. 87, если что. Заправить машину надо. Давай, пей, родная. Все, мы опять в нашем городе по делам. Заправочка, закупочка. Ой, как офигенно. А 91-й, я теперь не помню, где-то $1.46, что ли. Бензин подорожал. 87-й бензин вообще в Европе, наверное, его вообще нету. Да, видите, даже на заправке дизель нельзя заправиться. Сейчас полный бак зальем. И в магазинчик. Бак бензина $92. Все, теперь надо немножечко тоже и продукты набрать. Машина... Сытая, бак полный. Вот они опять, пикапчики всякие. А то, блин, наш эти ваши... Да, наш любимый Коску, Надя говорит. Это всякие эти гольфики, да, полу, да. Всякие маленькие машинки. Ну и что он-то, вот зачем он так уперся? И что, он будет теперь так стоять или что? А, он туда что-то хочет. Окей, я думаю, что за чехпых? Вонючие пикапы, плохие дороги. Это говорит о том, что мы дома. Давай, дедок, выезжай. Все, магазин еще не открытый, мы уже приехали, Надя. А, уже все?
Все, магазин открытый, можно идти закупаться. Дети голодные, кушать хотят. Давай туда куда-то поближе подъедем. Здесь я не хочу стоять. Мы поедем парковаться в наши ряды, где мы всегда паркуемся. Наш любимый этот Коску. Любимый Коску. Без Коску, блин. Жить ё-моё, не можем, жить не можем. Деньги опять тратить большие. Здесь да. Вот опять тратишь. Ну ничего, все хорошо. Все нормально. Я они говорю, везде тратятся. Прилетели нормально, да, время? А там было тяжело. Ну, назад мы вернулись со временем. Лучше перестроиться, да, Надя, теперь. Потому что мы же дома. Да. Да и то, что мы вчера не спали всю дорогу. И поэтому тоже. Алло. О, вот мы уже с тобой смотрели. Мы уже на это смотрели. 200 баксов. Мы на это уже смотрели. Нам надо будет, наверное, такое купить. Сейчас покажу, что. Нам такую морозилку нам надо будет брать, Надя, обязательно. Нам надо будет взять. Ну, я думаю, не сейчас, наверное. Ну, сейчас, что, сейчас полная машина будет закупки. Ну, $200. Надо это самое... С фоткой, как она называется, в интернете посмотрим, сколько она стоит. Нам надо будет такую морозилочку купить. Обязательно. Слушай, мне кажется, это неплохая цена, наверное. Я тоже думаю, очень большая. И не сильно большая. Как раз вместительность для нас нормальная. Я думаю, вот такое нам надо будет. Морозилку обязательно. Как классно, в магазине народу нету. Ё-моё. Ну как нету, только открыли уже вон люди. Но все равно. С утречка сейчас все дела сделаем. Наде говорю, ну что, давай, иди закупайся. Она говорит, подожди, я, говорит, хочу везде пройти. Короче, она пошла по своим делам. Что, прям все надо потрогать? Да. Типа ты дома, да, в своем магазине? Все хочу, все. Нам знаешь, что надо купить? Вассер Коха. У нас это... Чай, кипятильник у нас сломался. Прям перед отъездом. А? Нам надо, наш этот нам надо менять. Чего? Canadian Tire, который. Он у нас беспонтовый, тарелки какие-то кривые нафиг. Да. Нам обязательно надо менять. О, мне вот эти пиалки нравятся. Разноцветные, вот такой чехпых меня прикалывает. Короче, ребята, делов куча, мы дома. Вон Wasser Kocher я вижу, Надя, за 30 баксов. У нас этот... Кипятильник этот чмошный, блин, сломался. Это и то уже второй. Один купили, был сломанный, мы его сдали. Нам дали другой, а теперь гарантия прошла. И такой дорогой был. Вон нормальный, Надя. Ну а что нет-то? Литр, почти 2 литра вон. Он светится, вон, он светится. Вон, Kia, он светится. За 30 баксов. Он кипятит только воду, больше ничего не делает. Некрасивый. А что он некрасивый, стеклянный? Тут красивее был. Он 100 баксов стоил и 1.5 года отслужил. Ну его в баню. Ну смотри сама, я бы его купил. За 30 баксов не понравится, придешь его сдашь назад. Смотри, тоже такой верх, тоже еще на улицу уйду, да? Моя. Все хорошо. Все. Ой, я так доволен. Довольно? Опять окупаться здесь. Да. Люблю этот. Все, ребята, сейчас мы вам покажем, что мы сегодня купим. Вас всегда вам интересно. Продукты, цены. Ребята, продукты. Цены на сало, на мясо. Ребрышки. Вот, смотрите. Кто хочет, делайте паузы. Смотрите цены. Вот свинина. 4,8 килограмма, 5 килограмм, $55. Многовато, нет? Я взял сало, короче, ребята. А? Надо сало взять, засолить. За сколько я взял это? 2 килограмма, 150 за $27. Это много или нет? Нифига себе, это что-то многовато? Наверное. Наверное. Наверное, подорожало. Даже не знаю. Так, что-то еще прилавки пустые, еще не везде мясо все лежит, только все достают, вытаскивают.
А что тебе надо? Фарш что-то кого-то надо? Ну, я не знаю, что нам надо еще. Ты бери. Там все есть еще дома, Вася, надо это. Ну, сладости выложили, капец, на Хэллоуин. Тут полно всего. Давай сырок, колбаску. Давай, давай, что надо, то бери и это самое. Я не знаю, какой кейзи надо. Вот это же мы раньше брали, оно вкусное было. Как нет? Такой давно уже ты не брала. Хочешь такой? Ну возьми. $10 400 грамм. Это же он был, нет? Мы же такой брали. Попробуем, да. Как попробуем? Мы же брали. Ой, такой. Все, ты как будто холодно. Первый раз приехала в магазин. Холодно. Какой холодно. Сыр Надя взяла. Ну, знаете все, да, вот этот вот Baby Bell. Сколько? $17 за... Сколько там? Вот он. 32 по 20 грамм. $17. Так, какую-то надо нарезку, что-то такое тоже еще взять. Вон Надя еще сыр взяла. Этот сыр Надя взяла, несет, стоит $10. Вот он. $10 за 620 грамм. Нет, или 500 грамм. 500 грамм за 9-10 долларов. А я откуда знаю? Бери курятина или как она? Что там у нас? Бери, что? Я откуда знаю, что нам надо? Так, идем дальше. Колбаса, ребята. Смотрите, как здесь себе делают колбасу. Покупаешь себе такой этот шматок. Вот он стоит 4,5 килограмма почти здесь за $41. Ну вот куда ее покупать? Ее же как? Надо же замораживать что-то кого-то. Поэтому всегда говорится, в Канаде дешевле покупать большими пачками. Вот тоже женщина подошла, взяла вот эту сетку. Взяла эту сетку и будет себе сама нарезать. Что он стоит? Что он стоит, Надь? А вот 38-39 баксов. Видишь, они, видать, да, и ты сам нарезаешь, и все. Ну это же надо куда-то убирать, да? Mm-hmm. Ну мы вот такую берем, мы эту возьмем. Ну давай тогда эту возьмем. Такой мы берем. $26 за 2,300. И вот это хватит, знаете, и оно вкусное и хорошее. И это сколько стоит? $17 за эту пачку. Сегодня видали, я вам все цены прям говорю. Паприка $7. 6,99, да. Это, а, Надя, ты взяла? Вот как ты всегда смотришь, покупаешь? Что? Опять что-то? Ну вон же, смотри, она помятая. Она вон плохая. Это всегда такая петрушка с тобой. Ты выбирай получше. Здесь что-то... Вот это вкусное, Надя. Вот эту тоже возьмем. Возьмем тогда вот эти. Вот это вкусное. Ее вообще тоже как запекать и всякое такое, но она и сырая вкусная. За $8. Вот эту возьмем. Сколько тут? 2 ЛБ килограмм. $8. Что там еще нам надо? Помидорки надо маленькие взять, черри томатные. Почем черри томатные? Слушайте, я, наверное, запарюсь так каждую эту цену говорить, да? Это, наверное, все очень долго будет. Excuse me. Так. Огурцы 4,49. А черри томатные. Скажу что-то тебе. Это как ты выбрал и это как ты выбрал? Ну, с камерой беспонтово. Все, я выключаюсь, пойду выбирать. Так, киви с Новой Зеландии. Стоит $14. Ну, возьми. Апельсины $8 сетка. Здесь апельсины есть за $9 сетка. Мандарины $10. Так, яблоки где-то тоже в пределах что-то 7-8 долларов. Такие вот цены, чтобы вы понимали. Сетка лимона $8. Ну сколько там? 2 килограмма 300. Нормальные выбрала. Яблоки берем, идем дальше. Да, перец я выбрал нормальный. Молодец, супер. Все, тебе это, как учителю, ты сделала замечание. Я тебе, ты мне.
Ну, у меня была отговорка, я с камерой был. Так, в холодильник идем. Наде холодно, нам надо идти в холодильник. Так, что нам здесь надо? О, здесь морозильник. О, 6,49. Брокколи. Морковка, $8. Без этой морковки никуда, ребята. Без этой морковки, ребята, никуда. Найн, это нормальная, это хорошая. 8. Вот это возьмем. 5,79. Траву надо брать. Грибочки. 5,49. Вот белые разные есть. Виноград. 9. Что там еще? Малина есть. Всякая зелень, ребята. Что хочешь. Капуста, салат. Салат почем? $6-7 за сетку. Такая большая сетка. Короче, ребята, холодильник пустой, вы видали. Надо закупаться по полной. Виноград, яблоки. Это, я не знаю, blackberries, как они на русском, без понятия. О, троить нужно. Sorry. 5-6. Малина почем? Малину надо, я не знаю. Ну, как нет. Все, берем, что еще? Все, вылетаем. Сухини не надо. Сухини 5,79 за сетку. Сколько штук, не знаю, килограмм, короче. Ягоды уже сезон кончился, ребята, уже не то. Да, берем. Все, идем дальше. Я не знаю, я в шлепанцах, Надя. Нормально там, что ты? Авокадо надо? Авокадо, сетка $11. И яблоки еще берем по 10 и по $9. Мы вот эти берем, Royal Gala, $9 сетка. Ребята, скоро зима, не забываем, да? Скоро к нам придет зимушка, зима. Так что Валек такой себе закинул. Бам. Обязательно. Что тут еще есть? А так теплого больше ничего не надо. Мне скоро придет теплое. Это я хотел такое. Эта тема классная. Берем. Вот она. В какой цвет? Конечно же, в красный. Я люблю этот цвет. Так что имейте в виду. Подарки, одежду принимаю с удовольствием. Красный цвет. Красный цвет, цвет дурака. С дурака меньше спроса. Вон, видите, канадец тоже типа в такой клетчатой. Такое любят здесь канадцы носить. Шмотки. Левис, да? Левис или Левайс, как там? Саймона. А какой размер ему надо? Черные? Он будет черные носить? Почем они? $18. Вот, ребята, цены. Пумы всякое, что хочешь есть. Ну, возьми. Будет он таскать их, нет? Он же джинсы любит. То есть, не любит. Он нам сказал, что он хочет теперь джинсы. Да? Да. Ну, окей, бери. Берем. Здесь вот такие были, они уже... Берем. Какой цвет? Я не знаю, какой он цвет будет носить. Черный. Без понятия. Дальше. Ребята, ряды со сладостями, всякие батончики, всякие орешки. Тут целыми ряды. You need something from? What are you looking for? Yeah, it's over there on another side of, it's just over there. It's good. It's on this side over there. Yeah. Дедок посмотрел в тачку, говорит, что-то, говорит, красиво выглядит. Где ты это взял? Ищет себе какие-то снэкс. О, мы опять с канадцами начинаем разговаривать, а? Да, он смотрел на нашу тачку, говорит, и это ему очень... Да. Я... Короче, уже у нас, видите, опять... Мы опять это, начинаем с канадцами контачить. Надо опять английский язык учить, Надя. Я вот в голове... За месяц мы разучились, слушай. Что нам надо? Что такое? Я не знаю, какой. Я такой не кушаю, ты бери себе. Но мне пока не надо это ничего.
Ну вот эту можем взять. Да? Вот эти 48 штук за 11 долларов. Все, ну куда уже? Уже больше некуда. О, ребята, видите, у людей какие тачки здоровенные тоже. Но у нас самые все, больше, наверное. Все закупаются рядами. Вот такой вот он магазин Costco. Рядами и все в больших пачках. Ну, мы пока все. Сколько думаете? Ну-ка, напишите сейчас в комментарии, какая цена выйдет. Сколько, Надя? Баксов? 400. Ну, я думаю, где-то долларов 350. Я думаю, 400. 400 долларов? Ну, ты меня так не пугай сильно. Мы еще не работали. Короче, сейчас посмотрим. Ну-ка, пишите в комментарии, сколько. Вот, вы видали, да, что мы брали? Все, выходим. Процесс пошел. Сейчас посмотрим, что там выйдет. Складывают. Сейчас, короче, уже вы написали в комментарии, сколько будет? Сейчас скажу. Так, минус кипятильник, куртка и джинсы. Ну ладно, все вместе у нас сколько? 429. Shit. 430 долларов. Ну это только получается. Так, 40, 60, где-то 80 долларов. Все. Да, и вот такая вот система. Thanks. Перед выходом тебя типа проверяют. Ну, по продуктам нормально, Надя. По продуктам мы нормально закупились. Вот я говорю, вот это 80 долларов стоит. 40, джинсы 20, и это 25. Вот, ты считай, 40, 85 баксов. По продуктам нормально. Я почти был отгадал. А, я и отгадал. Короче, ладно, все. Нам еще сейчас в один магазинчик надо забежать. Все, народу уже больше, парковки, люди больше. Мы дело сделали. Все. Магазин номер два. Магазин номер два. Да. Вот здесь Васа Кохары тоже. Видишь, 50 баксов стоит. И что, он красивей? А? В него сколько по литрам? Я не знаю, сколько по литрам. В том... Тут вот это вот всякое... Мне нравится такое лучше, потому что вот это веген... как сказать? Веген дизен... Веген дизен вас. Дизес айзен gefällt mir nicht von dem. Weißt du, es wird immer so dreckig. Хочешь этот взять? Этот красивый. Белый такой? Ну, ну бери его, тот сдадим. Он аж кухню же. Ну бери этот, тот сдадим. Да? Ну бери его, да, он сейчас на скидке. Вот же 49 или это... А, не, цена. Ну, бери его тогда, 50 баксов, тот сдадим. Сейчас сразу зайдешь, его сдашь. А? Короче, видали вот так вот. Зачем показал? Нет, что, этот красивей? Да. Окей, гоу. Топ, мне не нравится. Окей, все, все, все. Все, все, окей, все, все, все. Окей. Так, что мы тут хотели? Рис. И собаки пожрать. Сейчас тогда тут сразу сдать надо. В магазине тоже еще народу не сильно много. Спокойно, свободно. 30. Ну, этот беспонтовый. Почти такой же, как и тот. Короче, ладно. Ах, такие вот делишки. Чуть по-другому поставили. Ты уже знаешь, ну и хорошо. Долго лазить не будем. Ой, я в той стороне увидел рыболовный отдел. Ну ладно, сейчас туда мне не надо. А у нас уже немножечко заметно, ребята. Осень приходит. Ну то, что там все выгорело, трава, это ладно. Это как бы, это жара стоит. Но уже заметно тоже деревья желтенькие стоят. Думаю, вам видно, да? К нам-то осень раньше приходит.
Да. Мы уже закупились, едем уже обратно. Надь, смотри на дорогу, чтобы полиция нигде не было, а то я же контент снимаю. Вон, видите, уже желтеют деревья. Надеюсь, видать, да? Да, мы, короче, ребята, уже дома по нашим дорогам, по нашей окрестности. С Надей едем, я говорю, Надь, смотри, какие дороги широкие, как все просторно, все как классно. Как бы это заметно очень сильно, ребята. Это прям не отнять, что у нас, ну, свободней, спокойней. В смысле, ну, на дорогах, да, не так все узко. Короче, попроще все, скажем так. Немножечко вам опять города, если вы хотите. Да, поменяли уже кипятильник этот. Надя занесла сразу и взяла тот, который ей больше нравится. Ну, видали, как травка уже желтеет капитально. Прям все желтое уже. Но это я говорю, тоже я от жары все было повысыхало. Так, сейчас нам надо еще заехать в Самину школу. Там узнать за счет автобуса и так далее. Сейчас, если что, вам покажу школу, как что. Ну, вы видали. Я в школе уже тоже снимал. Так, к Самину в школу заехать надо. Кое-что здесь узнать. Ты куда убежала? Ребята, Самина школа. Кто не знает, кто смотрел, кто не смотрел наши видосы. Красота, да и только. Все ухожено, все чисто, все большое, все просторное. Канадский флаг висит, ребята. Что в Германии редкость, чтобы ты где-то увидел канадские флаги. Ой, немецкие. Там типа это, не знаю, не считается правильным. Ветра нету. Флаги на месте. Так, нам надо узнать за автобус. И что еще узнать? А, ну за автобус, да, в принципе, так. Я говорю, Надя, ты знаешь, куда что идти? Да, говорит, ну все, идем, короче. Она все в курсе, все знает, что куда. Так. А, надо звонить. Да, в школу так даже не зайдешь. Power School. Да. Да, какой автобус у него? W1. W1. А какое время? Надо в интернете посмотреть. Короче, Элин, надо помочь. Так, доча поможет. Все, справились. Что-то опять по-английски так это, да? Да, я сначала... Сначала что-то надо было подумать, опять что сказать. Ну, я пойдет, сказала Элин. Ну, вроде бы, как она нас поняла. Внутри не снимали, там что-то столько людей стояло. В автобус, в школу. Что она сказала, двери открытые были? Да, нет, тебе надо... Она защелкнутая. А я не слышу. Ну, я что-то тоже не понял. Короче, все, все дела сделали, за автобус решили. It's all excuse. Да, Надя спросила то, что мы были же в отпуске. Она говорит, да, все было записано, занесено. И видите, проблем с этим как бы вообще нету. Нас он неделю пропустил, дети. Да, было все как бы разрешено. Да, Алина написала, была имель, то, что мы уезжали, нас не было дома. Все, завтра уже детвора в школу. Сами сегодня хотел в школу идти. Да. Но продуктов дома не было, чтобы ему взять с собой покушать. Да, ребята, если это, то вроде бы как наши дети в школу ходят с удовольствием. Сами уже вчера вечером пару раз говорил, а может я пойду, а может я пойду. Да. Нет, еды нету, как ты пойдешь? Да. Ну вот, короче, все. Завтра пойдешь в школу. А завтра и нам на работу, да? С утра. С утречка, все, завтра на работу. Мне интересно, что мне завтра на работе будут говорить. Посмотрим, что до кого да. Playground Zone End. Welcome back. Да, welcome back. И... It's all excuse, да. Повседневка начинается. Много... О, смотри, ставит фотоаппарат, видишь? Вот, ставит. Сейчас она будет здесь оформлять фотоаппаратик. Чтобы люди не летали. Вон, видите, деревья уже у нас желтые, как становятся.
Сейчас. Дома еще дела надо делать. Да. Все, убираться, отдохнуть. Траву косить. Траву тебе сейчас. Там тебе капец, капец. Сейчас посмотрим, или она заведется. Знаете, что боюсь? У меня же эти натяжители, они, видимо, ослабли со временем там, или... Ну, что там происходит в моторе, я же не шарю. И когда на холодную заводишь, у нее стучит там в моторе это... старый немецкий запах в машине. Ах, прелесть. И сейчас, наверное, это все дело будет тарахтеть. Так, ну что, месяц стояло, попробуем. Как аккумулятор сел, нет? Ой, ой, вы слыхали, да, ребята? Аж хрррр, вот так вот сделала. Ну все, завелась, месяц стояла. Ах, да, мне это обязательно ремонт надо делать машины. В моторе эти натяжители там, которые цепь, натяжители цепей, как там это правильно называется, я же ничего не знаю. Ну, блин, она завелась с полтолчка, как говорится. Поместь? Угу. Да. Как она на улице работает. Ну, ничего лишнего я не слышу. Хорошо работает. Все, старуха, будем кататься на тебе опять. Пусть чуть-чуть поработает. Завтра уже на работу поеду. Так, ну а я вам что покажу, что у меня как дома выглядит. Позарастало. Пучками трава, смотрите, как повырастала. Ну это, знаете, пучками где? Это где собака ссать ходила. Ну, здесь что-то вообще густая трава стала. Ё-моё, тут сантиметров 20. Да. Сейчас начнем. Надо заняться. В порядок все привести. Ё-моё. Везде пучками. Собака постаралась. Тут все позарастало, вон. Видали? Вот это тоже все надо повырывать. Угу. Надо поработать сейчас. Сейчас спереди вам покажу. На солнце пролежали месяц. Нифига их скрутило. Блин, я бы еще их, наверное, дома пару лет бы таскал. Ё-моё, блин. Теперь придется выкинуть. Так, что у нас спереди? Спереди надо показать. Так, сейчас всю травку скосить, порядок привести. Тут тоже все позарастало. Вот с этими деревцами, с нашими, вот не знаю я, что с ними делать. Мне кажется, нам их надо достать и сюда что-то другое садить. Потому что так не пойдет. Знаете, почему здесь вот так выросло? Вот так вот, вокруг этих деревьев так трава. Надя, удобрения мы сыпали, вроде тоже показывали. Там, где удобрение было насыпано для деревьев. Видали, как повырастало вокруг? Странно. Такие дела. Так, тут что у нас? Здесь тоже. Это что за? Это за месяц вымахало вот это растение. Вообще-то вот это здесь растет, да? Чтобы вы понимали. Вот это вот. А это вокруг все выросло. Ёшкин свет. Надя что-то говорит, а это что за цветок у нас растет? Я говорю, слушай, я даже не знаю. Травку скосить, но трава не выросла. А может, соседи это вот это косили? Я даже не знаю. Может быть, и он косил. Вот так вот. Такая обстановочка. Все повысыхало тоже. Здесь тут я не поливалась, потому что шлангом не доставала. Все, надо переодеться и порядок навести. Пойдем, будем арбайтен. Продукты закупились. Может, что-то перекусить сейчас надо. Все?
Все, я готов или что? Молодец, купил себе сегодня. Как у нас, нормально? Хорошо. Хорошая, да? Угу. На зиму, да? Так на улицу, так выбежит что-то кого-то. Сами что уже... А у меня нету такой похожей? Да. У тебя только такая ободи... Есть, Алина? Это у тебя... Что, я еще себе такое купил? Нет, такой у тебя нет. Точно? Ну-ка, повернись задом, это гефюльт, да, не так. Вот ты хемд, я, ты хемд был как купил. А где у меня что-то такое было? Хемд, хемд. А, простая рубаха, да? Что, доча, батя похож на канадца? Угу. А? Да, еще. Точно? Угу. А? Угу. Еще вот так они ходят потом, короче, в шортах, в шлепанцах, в минус 30 и в такой кофте. Угу. Вот так вот ходить? Ну, гуд, давай, будем дальше что-то делать, да? Не успели приехать домой. Чирики говорят, им надо в магазин. Мы только что были в Волмарте. Алин, а в какой вам Волмарт надо ехать? Чё ты прячешься, папа тебя снимает? А? В какой вы поедете? В какой? На Нордсайд? Смотри, осторожно едь. Поедут в магазин для школы вещи покупать. Вот там разлито было. И там было грязно. Вчера уже на машине не успели приехать. Она уже у подружки была. И что вы разлили? А? Ну-ка, смотрите сюда. А ты уже вообще там крутой перец. Алло, ну-ка. Осторожно. Алин, смотри на дорогу и музыку громко, чтоб не делали. Ты меня поняла? Алина, осторожно, не торопись, я тебе сказал. Ребят, что-то правда она стучит. Что-то там стучит. Какой-то стук нехороший, а? Что-то стук прям нехороший там. Так, надо машиной заниматься тоже. Или может то, что так долго стояло. Короче, не знаю. Месяц не дома. Надо этот почтовый ящик проверить. У нас посередине, и Надя говорит, номер 12. Я подхожу, даже не 12 у нас. Я даже не знаю, какой он у нас. Так, что там тут нам за месяц понаприходило? Надеюсь, немного всякой ерунды, а только рекламы. Да, в принципе, нам тут ничего никогда не присылают. Но здесь пару писем я вижу, что есть. Так, сейчас дома будем проверять. О, тут что-то с government пришло. Так, надо все это сейчас в руку взять. Ё-моё, тут одни рекламы. Капец. Донор Ветер. За месяц вот столько макулатуры принесли. Ну, в принципе, нам вот одно вот такое вот только и приходит. Пошли. Рекламы, рекламы. Пойдем. Пошли. Наши почтовые ящики. Ах, да, прогулочка с собачкой. Все, я уже сейчас готов идти. Надо работать, траву скосить. Надя говорит, сходи в почтовый ящик, думаю, ну надо сбегать. Говорит, наш номер 12. Я тыкаю, не, нифига. Оказывается, 14. Это так вот часто почту проверяем. А тут у соседей травка такая зеленая, хорошая. Моя соседка еще дом не продала, шильд еще этот сайн стоит. Я думал, интересно, нас месяц не будет, продастся, нет. Сейчас все сразу мне скажут, вот видишь, как... Все у вас голое, деревьев нету. Че вы понимаете? Не, нормально, да. У нас здесь на самом деле все такое немножко без деревьев. Ну, саженцы, видите, везде все свежие саженцы стоят. Постепенно все растет. Понятно, надо этому всему время, но ничего. Все вырастет.
Такие дела. А так в улице ничего нового нету. Вчера вечером еще смотрел, сегодня смотрю. Нормально, короче. Короче, это хозяин дома. Будем сейчас заниматься делами. Так, все, уже я приехал. О, кто там? А ты откуда? Она была. Где ты была? С кем? Точно с Рэйчел? А? Ну, я спрашиваю тебя, где была? И что вы так быстро приехали? А, думаю, в Импермах? Что на обед, Муди? Квик вимпан? Чё на обед-то будет, Мути? Первая кухня. Ты не разучилась готовить? Месяц-то толком ничего не делала. Из музганик с ватаманом. Я не умею, доча. Чё будет, Мути? Чё будет? Райс. Сейчас будем кушать. Так, я пока пойду спереди еще работать, да? Сейчас принесешь. Все, на кухне. Любимый делает что? Арбайтен. Готовим. Делает эти. Впритык так не снимай. А я вот на кухне, у меня горит, меня надо кухня перемешать. Мы опять делимся. Да. Я гемюзи делаю быстро. Сейчас, извиняюсь, я переворачиваю. Мы в Германии были, нам говорили, мы уже ждем ваших видосов. Да. Короче, видите, мы думаем, надо видосы пилить. Сало захотелось, думаю, надо засолить. Опять я намешал, он лично, это всякие специи. Ну, это много, наверное, опять, да, будет? В смысле? Ну, останется, нет? Кто? Специи. А, это, ну да, ну что кто? Соль, всякие специи, ребята. А, я хотел сказать секрет, но вон они все стоят. Не буду говорить, какие. Мне надо потому перемешать. Что я не знаю, что будет, получится или нет. Сейчас, выключай камеру, тебе надо снимать. Да. Ой, мешать. Давайте. Как там было в кино? Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Или как там было, джентльмены удачи, но мы-то говорить не будем, да? Но кушать подано и сделано. Ой-ой-ой, сколько тут овощей, брокколи и что тут только нету. А что тут еще есть, между прочим? Грибы, цухини, рис. Это курятина, да? Да. Курочка. Ням-ням-ням. Будем обедать? Угу. Это уже не обед, у нас уже это почти... Ну, ужин, да? Да, были заняты, все нормально, без претензий. Короче, всем приятного аппетита, мы будем тоже ням-ням. Входим опять постепенно в ритм, да, Надя? Mm-hmm. Что, Саня, завтра в школу? Mm-hmm. В школу хочешь? Mm-hmm. Ну, да или нет? Mm-hmm. Я на видео говорил, что ты хотел в школу. Я? Yeah. Да, хочешь, ну, говори. Все, завтра на работу, а детям в школу. Так, ну что? Ну что, выпьем бутылочку пива заслуженную, да? Первый день дома, все дела сделаны, завтра на работу, можно уже идти со спокойным этим, знаете, как бы настроем, а то я про себя что-то думал, с работы приехать, потом убираться, это еще, ой, что-то, ой, не хотел, думаю, уже завтра выйду на работу, и все будет ништяк, вот, и, короче, ребята, за ваше здоровье. Ой, вкусно. Что вам рассказать еще, ребята? Как наш был отпуск, как отпуск прошел? Наверное, у вас будет много вопросов, я думаю, когда выставлю видос. Ну, немного, но кое-какие вопросы, наверное, будут, да? Какое было мое первое ощущение о Германии, когда мы приехали? Первые ощущения были уже сразу на второй день, когда мне брат машину дал. Я немножко поехал, как люди возмущаются. Ну, хотя я вроде себя нормально вел, как люди возмущаются, когда ты что-то, может, не сделаешь так, как, может, им было бы удобно. Удобно, надо заметить, удобно. К-
когда ты делаешь все по правилам, но если человеку неудобно, то там сразу возмущение. Это заметил я к тому, что на дороге намного больше какого-то стресса. Вот это 100%. Потом, вот сейчас мы только домой пришли, идем по улице, у нас вокруг нашего озера, где мы гуляем всегда, мы идем, и люди проходят и здороваются. Идут с собакой, едет на велике, хай, там, hello, люди здороваются. Что я заметил в Германии, что этого практически нету, потому что мы с Амином шли, гуляли, он идет и здоровается там с какой-то женщиной, ну, типа, хай, так, знаете, проходит, хай. Она на него так посмотрела, типа, ты чё? Я говорю, Самин, здесь так люди просто так не здороваются. Как бы это, да, то, что люди не такие, я не знаю, могу ли я назвать, что не такие добрые, или как это, не такие приветливые. Вот, заметил, что агрессивные намного люди, да, в магазинах там что-то, кого-то там, хектика какая-то. Сама Германия такая узкая, знаете. Дороги узенькие, все такое сбитое, такое, все как бы на куче такое, вот все. Надо заметить, что Германия очень зеленая. Как бы прям очень зеленая. У меня телефон съезжает немножечко. Я его поправлю, ребята. Вот так вот опять. Смотрю по футболке, смотрю, вроде бы съехало. Зеленая Германия. Именно город Бремерхафен или вообще, где мы только вот не ездили. Мы много, правда, не ездили. Но сколько мы ездили там до самой Голландии, в Амстердам. Мы прилетали, улетали с Амстердама. Вот. Поэтому много зелени. И эта зелень, она еще больше как бы воспринимается, потому что все меньше. Узкие дороги, по бокам все это в деревьях. И кажется, что ты прям вот аллеи, какие-то туннели, как будто вот, знаете, вот такое все. Красиво, да, по-любому красиво, то, что много зелени. Что еще, ребята? Плюсы? В плюсах дороги получше, чем у нас. Тоже не везде, не везде. Но нормальные дороги в Голландии, вообще идеальные дороги. Вот штука, сколько мы ехали по Голландии, там вообще, чтобы где-то какие-то были неполадки по дорогам, мне это не встречалось. Вот. То, что люди неприветливые, да, все какие-то, все куда-то как-то летят, все как-то, какой-то стресс, вот знаете, вот какой-то вот такой вот стресс. По радио еду в машине, по радио три основные темы. Это где пробки или аварии на дорогах. Второе, это солнечные эти батареи надо везде устанавливать. Но это так же самое входит тоже в это, то, что потепление глобальное, это тоже входит в это. Ну и политические какие-то постоянно, какие-то нагрузки, какие-то проблемы. Все как плохо, все плохие, только мы хорошие. И, блин, радио не послушать. Серьезно. Вот любые новости только об этом и говорят. Как все плохо, будет еще хуже, все как дорого, ставьте сейчас солнечные батареи. 4 года, 5 лет назад, как мы еще там жили, кричали просто, что надо ветраки везде ставить. Теперь кричат, что надо везде ставить солнечные батареи. Но как все было дорого, так и оно все есть дорого. Ничего не изменилось в плане того, что типа сейчас везде все на батареях, все везде дешевле, не, нифига. Да, цены, конечно, ребята, тоже. Мы всегда, знаете, так, когда вот здесь сравниваем, типа в Германии, что, как там, кого? Ребята, в Германии все кабздец как дорого. От какого-то шурупа до продуктов тоже там ничего дешевого нету. Мы сегодня видео засняли продукты, люди будут говорить, что дорого, но опять же у нас, я говорю, мы здесь покупаем в больших все пакетах, даже там эти батончики там и сколько штук, и там, ну, короче, не оправдываюсь, здесь тоже очень дорого. Вот, но как я почему-то думал, что в Германии оно дешевле. Но вы знаете, как я это понимаю, что мне кажется, нет, нифига там не дешевле. Вот, ну а так что, в гостях, ребята, прекрасно. В гостях хорошо, мы хорошо гостили, были у родных, было классно. Как я уже в Instagram Story был, сказал, что спасибо всем, кто нас позвали в гости, кто нас хотел видеть, знали, что мы были. И спасибо тем, кто нас не позвал в гости. Как бы, ну, время показывает, что не такие мы уж уже, видать, друзья.
Поэтому и тем большое-большое спасибо, во-первых, кто нас позвал, и спасибо, что нас тоже не звали. Будем иметь в виду, как говорится, да? Вот, да, люди знали, что мы там, кто хотел с нами встречаться, с нами встречались. Вот, но по большому счету было классно, со всеми, с кем я встречался, было супер. Вот, и было четко, было классно, хорошо провели время. Кому я не смог съездить, ребята, пожалуйста, извиняйте меня. Вот, так получилось. Ну, а по большому счету, да, на 4 недели мы ездили в Германию. Я, конечно, это не афишировал, это у нас уже давно было запланировано. Весь год мы это планировали, нашу поездку и так далее, и тому подобное. Поэтому, знаете, всему свое время, когда я вам что-то рассказываю. Видео я там не снимал, потому что, ну, если честно, у меня, мне и хотелось поначалу немножко снимать видосы, а потом, знаете, как, ну, я посмотрел на обстановку там, кто-то хочет, чтобы снимали, кто-то не хочет, тут, типа, тут не снимай, там не снимай, и, ай, не, нафиг, и, короче, я про себя подумал, не хочу никого напрягать, я акцептирую это решение, и нельзя на такое обижаться, знаете, не каждому вот это вот, зачем это им надо, да? Поэтому я не снимал, мы отдыхали. Мне, во-первых, и не было бы времени это монтировать, да? Помимо съемки, это еще и надо смонтировать. Поэтому как есть, так есть. Ну, а в общем, ребята, я говорю сейчас не за меня, а говорю за мою семью. Мы очень рады опять быть дома. У нас дома, ребята, классно. В город у нас классный. Сегодня прокатились по городу. Мне он как бы... получается, со второго взгляда, да, можно так сказать, с месяцем перекура не пробывать, не бывать в своем городе, прокатились плохие дороги, ржавые машины, громкие машины, все это нормально, все, я к этому привык, я к этому аж был немножко скучал, поэтому, ребята, хорошо там, где мы есть. Вот так. Нам было хорошо в Германии, но нам опять прекрасно дома. Поэтому, да, за это надо выпить. В отпуске, надеюсь, мы никого не обидели. И надеюсь, что с нами, вам, всем, кто меня посмотрит, было тоже хорошо, так как нам было хорошо с вами. О, вот сказанул, да? Короче, ребята, на этой теме, на этой ноте буду закругляться. До следующего видоса. Давно не было видео, вы поняли теперь почему. И будем стараться пилить. Ну, как всегда, ну, вы поняли. Вы знаете, как у меня это на канале. Ребят, спасибо большое. Надя там что-то делами опять занимается, а я сижу сам с вами общаюсь. Спасибо за просмотр. Пишем вопросы, комментарии, ставим лайки. До следующего видоса, ребята. Вам привет из Канады и всем пока.